So we could, and those lectures are all recorded. They're very wonderful lectures. И все эти лекции записаны, это очень замечательные лекции. It's very nice for the devotees to hear and reflect on Srila Prabhupada's teachings. And what? Reflect on Prabhupada's teachings. И это очень замечательные лекции для прослушивания всем преданным, и они отражают учение Шрилы Прабхупады. So, the month of Kartik, we worship the Lord in the form of Damodar. В месяц Картику мы поклоняемся Господу в форме Дамодара. And Prabhupada has said, as Lord Damodar is very dear to the devotees, and so the month of Kartik or Damodar is also dear to devotees. И Шрила Прабхупада говорит, что Господь Дамодара очень дорог преданным, и поэтому им также дорог и месяц Картика. So the system is that in the month of Kartik, people will do more devotional service. Принцип заключается в том, что в месяц Картику преданные совершают больше служений. They will do more chanting, or they will do more reading, or they will be more active in devotional activities. Они больше читают, они больше воспевают, они становятся более активными в преданном служении. Some people make a vow to come every morning to the Mangal Arti during the month of Kartik. Некоторые преданные дают обеты приходить каждое утро на Мангаларати в течение месяца Картика. Maybe they're living a bit far away and it's not easy, but they won't take the vow. They will accept the difficulties to come all the way for Mangalarti because it's the month of Kartik, and because they know during that month they're getting a lot of benefit. И даже если они живут далеко от храма, то тем все равно они принимают этот обед и каждое утро приезжают в храм, поскольку они знают, что в месяц Картика это приносит большое благо. And if one is actually there in Vrindavan, or in the Mathura district, and you do devotional service, then it's said you get many, many more times the benefit of doing devotional service than you do in other places. И если ты в это время преданный находится в округе Матхура либо во Вриндаване, то благодаря своему преданному служению он получает намного больше блага, если бы он находился в каком-либо другом месте. We should also understand that there's a greater risk that you do any offenses in Vrindavan, you get more reactions. Но мы должны также понимать, что во Вриндаване риски увеличиваются, поскольку если вы совершите там какое-либо оскорбление, то реакции гораздо более сильные. So anybody who goes to Vrindavan, they have to be very careful, very conscious, and do everything very nicely. И те, кто едет во Вриндаван, должны быть очень сконцентрированы, очень внимательны и делать все самым замечательным образом. Vrindavan is not a place for neophyte devotees. It is for very serious devotees who are very committed to devotional service. И Вриндаван — это не место для преданных неофитов. Это место для очень серьезных преданных. And any sins done in Vrindavan will bring severe reactions. И любой грех, совершенный во Вриндаване, несет за собой очень серьезные реакции. Go ahead. Преданное служение в течение Урджавраты в месяце Картика особенно рекомендуется совершать в Мадхуре, и многие преданные по сей день соблюдают этот обычай. Они отправляются в Матхуру или Вриндаван и остаются там на весь месяц Картика специально, чтобы заниматься преданным служением. Go ahead. В Падмапуране говорится, Господь может предложить преданному освобождение и материальное счастье.
Но тот, кто в течение некоторого времени занимался преданным служением, особенно если он делал это в Мадхуре, в месяц Картика, стремится только к одному чистому преданному служению Господу. Здесь имеется в виду, что Господь не награждает преданным служением обыкновенного человека, не относящегося серьезно к своему служению. Но даже несерьезные люди, если они занимаются преданным служением в соответствии с регулирующими принципами месяц Картика, в окрестностях Мадхуры в Индии легко получают в награду личное служение Господу. So this is a very nice point to understand, that the Lord can give liberation or material happiness to a devotee. И это очень важное утверждение для понимания, что Господь может дать освобождение либо материальное счастье преданным. But Padma Purana says that by doing devotional service in Mathura or in that district of Mathura during that time of Kartik, it's so powerful that we lose these material desires. Но Падма Пурана говорит, что тот, кто занимается преданным служением в Мадхуре или округе Мадхура в месяц Картика, он теряет все эти материальные желания. And we end the result of doing devotional service in Kartik for 1 month. In Vrindavan, you stay there for 1 month and do devotional service. The result is that you just want devotional service. You become purified. Your material desires disappear. И результатом преданного служения в течение одного месяца Картика в Вриндаване является то, что человек еще больше хочет заниматься преданным служением, поскольку очищаются его желания. However, Prabhupada explains in his purport to this verse, Prabhupada says that Krishna will not give devotional service to people who are not serious. Но в комментарии к данному стиху Шрила Прабхупада говорит, что Кришна не дает преданного служения тем, кто не серьезен. We have to be very serious about that we follow very strictly. We don't joke about it. Мы должны быть очень серьезными и должны следовать пунктуально всему. Мы не должны шутить на этот счет. But then Prabhupada adds a wonderful thing. He said, even people are not serious, but if they do devotional service during the month of Kartik and they follow the principles, then if they're within Vrindavan, then they get personal service to Krishna. Но Шрила Прабхупада при этом говорит, да, что даже если несерьезные люди занимаются преданным служением в соответствии с регулирующими принципами в месяц Картика в Вриндаване, то они в результате получают личное служение Господу. We see in the beginning they were not very serious. They were not serious about it, but they did it, and they followed the principles carefully. И мы видим, что если они в самом начале не были серьезными, но тем не менее делали это, то есть очень тщательно следовали всем принципам. They went to Vrindavan, they stayed there for 1 month, a whole month of Kartik, and they did everything properly, although they're not very serious. They don't really want pure devotion, but they get it. Krishna gives it to them. И такие люди, когда они приезжают во Вриндаваны, остаются там в течение этого месяца, одного месяца Картики, даже если они не слишком серьезны, то есть они не хотят обрести чистую преданность, тем не менее Кришна дает ее им. What to speak of devotional service, Krishna gives them the chance to engage in his own personal service. И что касается преданного служения, то Кришна дает нам шанс принять участие в личном служении ему. So this is something very special, very rare. Это что-то очень особое и очень редкое. So we see, you know, during the month of Kartik, how
Vrindavan becomes really crowded. You go there in the month of Kartik, it's not easy to get a place to stay because so many people come. И поэтому мы видим, что во Вриндаване в месяц Картика очень-очень много людей, он переполнен просто, толпы людей находятся там, и очень сложно даже найти место, где остановиться, поскольку очень много людей. And Kartik is like the autumn season. The season is the change from the summer to the winter. The climate goes through some changes during the month of Kartik. The beginning of Kartik, it will be hot, very hot. By the end of Kartik, it's already become cool, very cool, a little cold in the morning and evening. И месяц Картика – это что-то вроде осени наступает, то есть происходит смена сезонов между летом и зимой. И если в начале Картики утром, днем очень жарко, то к концу Картики, в конце этого месяца, по утрам и вечерам становится достаточно прохладно. And there are many wonderful festivals take place during the month of Kartik. Festivals like Govardhan Puja, and then also Prabhupada's disappearance festival, and then the appearance of Radha Kund and some other different acharyas, they also disappear, and sometimes their appearance is observed. И в этот в течение месяца Картика проводится очень много различных праздников, замечательных праздников, таких как, например, Говардхана Пуджа, мы отмечаем уход Шрилы Прабхупады, явление Радха Кунды, мы отмечаем уход различных великих ачарьев. So it's a very, very important month, and of course our devotees in ISKCON, we give a lot of importance. We encourage everywhere to observe this month of Kartik. И этот месяц Картика очень-очень важен, и поэтому мы призываем всех преданных соблюдать этот месяц Картика. We do, of course, we will sing the Dhammadharastakam morning and evening, or sometimes just once a day. If you can do it twice a day, it's even better. And we offer also a light, we offer a lamp at that time. Мы поем Дамадараштаку по утрам и вечерам. Иногда ее можно петь только один раз в день, но два раза в день это лучше. В этот месяц мы предлагаем Господу лампаду. It's a good time to do a little bit austerity, controlling the senses more. И это очень хорошее время для того, чтобы совершить какую-то небольшую аскезу, больше контролировать свои чувства. Doing more chanting especially is important. И особенно важно больше занимать себя повторением. And going out on parikrama, going around the holy places is also very nice. И также очень хорошо ходить на парикрамы и обходить святые места. Of course, the Kartik, month of Kartik is the fourth month, it's the last of the four months of Chaturmasya. И месяц Картика – это последний, четвертый месяц Чатурмаси. And it said during that time, the fourth month of vow is, one should not take high protein foodstuffs. One should not take things like urdal and also soya and these things. They should not be taken during the month of Kartik. И в течение этого месяца не следует принимать такие продукты, как урдал, сою и так далее. And those people who are not usually vegetarian, they should become vegetarian during that month. И те люди, которые обычно вегетарианцами не являются, на этот месяц должны ими стать. So everyone should take advantage of the month of Kartik to become a better devotee. Таким образом, каждый должен воспользоваться благом, которое несет месяц Картика, чтобы стать еще лучше преданным. Okay, we will stop here. We will ask if there's any questions. Здесь мы сегодня остановимся. Есть ли какие-то вопросы? Yes, there are a lot of questions in the chat. Матаджи Лена Дмитриевна, ваш вопрос, пожалуйста. Кришна, дорогие преданные Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как избавиться от ожидания материальных плодов от преданного служения?
И получается ничего не ожидать, делать бескорыстно. То есть это очень высокий уровень. Получается, в начале пути невозможно действовать бескорыстно, и преданное служение становится оскверненным мотивом. Как очиститься от ложных мотивов и перестать ждать материальной плоды? Спасибо. Hare Krishna, dear devotees and Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. How can one get rid of expectations of material fruits from devotional service? It's impossible not to expect anything, to do it selflessly. So it's very high level. It turns out that at the beginning of our path, it's impossible to act selflessly, and devotional service becomes defiled motive. How to get rid of false motives and to stop waiting for material fruits? Thank you. Well, I would suggest that you don't try to get rid of the motives, but you try to use these motives in the service of Krishna. Не пытайтесь очиститься от этих мотивов, пытайтесь их задействовать в служении Кришне. Yeah, we cannot give up desire, but we can purify desire. Мы не можем просто выбросить свои желания, но мы можем их очистить. Just like you may desire, you may desire to be a good cook. You may desire to cook nicely, to cook a nice cake. And so, okay, cook a nice cake and offer it to Krishna and serve it to devotees. Например, у вас есть желание быть хорошим поваром, готовить какие-то замечательные торты. Хорошо, готовьте эти торты для Кришны и угощайте ими преданных. Or you may desire to have a better job, you want to change your job, get a new job, make more money. Okay. So you get a new job and you get more money and you can give some money to Krishna. Или, например, у вас есть желание сменить работу, чтобы получать больше денег. Хорошо, меняйте работу, получайте больше денег, и таким образом тогда вы можете отдавать Кришне больше денег. So we cannot stop desire, but just try to relate your desires to Krishna's service. Мы не можем остановить свои желания, но просто попытайтесь задействовать свои желания в служении Кришне. Is it clear? Вот этот момент понятен, Матаджи? Да, это понятно. У меня просто такой момент, что, например, когда я делаю какое-то служение, то я потом оказывается, что я жду чего-то там материального, понимаете? Вот именно когда я что-то делаю для Кришны, там гирлянду или харинаму. The point is when I do something, when I'm doing something for Krishna, for example, when I just take part in Harinam or when I make garlands for Krishna, I understand that at the end of this activity, I wait something material as a result from this activity for Krishna. I'm sorry, I'm not getting it. For example, Mataji said that when I do something for Krishna, for example, I take part in Harinams or make garlands for Krishna. Uh-huh. I feel that I'm waiting for material results. Well, you're getting some result. If Krishna wants to give you some result, he will give you some result. Yeah, you're waiting. We're all waiting for some results, material world. What kind of results do you want? You want to be appreciated as a great dancer or a great kirtanier? You want to be appreciated? You make nice garlands? It's okay. It's not wrong. И да, мы всегда
Кришна дает нам результаты нашей деятельности, и в этом материальном мире мы всегда ждем плодов от того, что мы делаем, и чего вы хотите на самом деле, занимаясь тем или иным служением. Например, вы хотите, чтобы вас ценили как великого танцора, либо как великую киртанию, или великого киртанию, либо как того, кто делает замечательные гирлянды, но это нормально, это не такая уж большая драма. In Srimad Bhagavatam, it says we may have material desires, all material desires, but still we're worshipping Krishna. So that's the main thing. И говорится, что мы можем иметь материальные желания, но в то же время продолжать поклоняться Кришне. Это основное. Don't worry about the fact that you still have material desires. Just keep doing service for Krishna. And Krishna will fulfill all your material desires. И не беспокойтесь о том, что вы наполнены материальными желаниями, просто продолжайте заниматься преданным служением Кришне, и Кришна выполнит все ваши материальные желания. And one day gradually you realize that your material desires are not so important. И однажды в конце концов вы поймете, что ваши материальные желания не так уж и важны. So don't worry about this. Just keep yourself busy in Krishna's service. Поэтому не переживайте на этот счет и просто продолжайте занимать себя в служении Кришне. Yeah, we all have material desires. That's nature. We have a material body, so some material desires are there. But gradually, you know, they'll become insignificant. И это наша природа, иметь материальные желания. У всех у нас есть материальное тело, а значит, есть желание. Но в конце концов приходит понимание к тому, что все это незначительно. Just be patient. You're doing nice. You just keep doing service. Просто проявите терпение. Вы делаете замечательные вещи и просто продолжайте свое служение. And you bring your material desires to devotional service. No problem. That's right. Вы приносите свои материальные желания к ногам преданного служения, и в этом нет ничего неправильного, это верно. Don't go any other place to get your material desires. Не идите куда-то в другое место, чтобы получить плоды своих материальных желаний. Is it clear? Это понятно, Матаджи, да? Да, спасибо большое. Я очень успокоилась. Yes, thank you very much. Just calm down. Okay. Next question. Yeah. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Шри Кришна Гуру Махарадж, преданные, примите мои советы, поклонники Саши Прабхупаде. Вопрос не по теме лекции. Можно спросить вопрос про Кришнадева. В Шримад Бхагаватам 1.30 говорится, что Кришнадев говорил на тысячи разных тем. Защищал тысячи людей, сражался на тысячах полях сражений. В Шримад Бхагаватам 1.9.33 написано, что уморил Кришну, пусть плоды кармической деятельности оставят меня. Мы знаем, что он был чистым преданным Кришне. Его извечный спутник в том, что здесь, в этой лире, Кришнадев играл роль, получается, Сакама Карма Йога, потому что читая жизнь своя форма, его день весь был написан как так, что он 24 часа думал о Кришне, слушал о Кришне, говорил о Кришне, и ничего больше. Спасибо, Хари Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisance. He is so glorious to Srila Prabhupada. The question is not on the topic of the lecture. It's a question about Bhishma Dev. In Srimad Bhagavatam, first canto, 9, chapter 30, verse number 30, says that Bhishma Dev spoke on thousands of different topics, protected thousands of people, fought on thousand battlefields. And in the Srimad Bhagavatam, the first canto, the same chapter, verse number 33, is written that he prayed to Krishna, may the results of fruitive activities leave me. We know that
he is a pure devotee of Krishna, he is eternal companion. And the question is, did Bhishma Dev play the role of Sakama Karma Yogi here in this Lila? Because when we just read about the life of Swayambhuva Manu, his whole day was described in such a way that he thought about Krishna for 24 hours, listened about Krishna, talked about Krishna, and nothing more. Thank you. Well, not everybody is as fortunate as Swayambhuva Manu that they could simply sit in their palace and think of Krishna 24 hours a day. Не все так удачливы, как Свайамбхува Ману, и у них нет возможности сидеть весь день во дворце и думать о Кришне 24 часа в сутки. Grandfather Bhishma was involved in a lot of political affairs, and he was obliged to also enter into the battle of Kurukshetra and fight there. И дед Бишма был вовлечен в различного рода политическую деятельность, и он участвовал также в битве на Курукшетре. You know, different times and circumstances, one is put into different situations, one has to perform different duties. И человек действует в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, когда он должен выполнять различную деятельность и выполнять различные обязанности. So it's not that Bhishma Dev is playing the part of a Sakama Karma Yogi, but he's very humble. Это не значит, что он играл роль Сакама Карма Йога, это говорит о том, что он был очень смиренен. He doesn't say that I'm thinking of Krishna, that everything I do, I'm doing for Krishna. He's very humble. He's a humble soul. He doesn't put himself up there as being a big devotee. И Бишма Дева, он не говорил, что все, что я делаю для Кришны, и тем самым показывая, что он великий преданный. Нет, он был очень смиренным. He doesn't say, "Oh, when I'm fighting and killing on the battlefield, I'm thinking of Krishna." He doesn't say that. Он не говорит, что когда я нахожусь на поле боя и я убиваю, то я при этом думаю о Кришне. Нет, он не говорит этого. But at the same time, he's a Mahajan. He's a great spiritual authority. He knows everything of the scriptures. Но тем не менее, это Махаджан. Он это великая духовная личность, и он знает священные писания. So although he may say something a particular way, he may say, you know, that free me from my fruitive activities. That's just his humility. И он мог сказать то, что, например, он сказал, пусть плоды моей кармической деятельности оставят меня, но в этом проявляется его смирение. Just like Gaurakishore Das Babaji, when he was leaving his body, he said, "Let them drag my dead body through the streets of Navadvip." Например, когда Gaurakishore Das Babaji оставлял свое тело, он сказал, "Пусть мое тело, let them drag my body, you know, take them by the feet and just pull them along the ground." И пусть протащат мое тело по дорогам Навадвипы. So, after he left the body, some people, they wanted to do that. They wanted to take his body and drag him across the ground. But Bhaktisiddhanta Sarasvati was his disciple, and he refused. He said, "No." И некоторые люди после того, как Гаурикишора Дас Бабаджи оставил тело, хотели сделать это, хотели протащить его тело по пыли, по земле, но Бхактисиддханта Сарасвати отказался сделать это, он сказал нет. Гаурикишора Дас Бабаджи was a great soul. He had no sinful activities. He was fully dedicated to the chanting of the holy name.
He was very, very renounced. And when he spoke about having his body dragged through the streets of Navadvip, that was just his humility. Шрила Гуру Кисрурадаса Бабаджи был очень великим преданным, очень погруженным в святое имя, очень чистым преданным. И когда он сказал протащить свое тело по улицам Навадвипы, это лишь показывает его смирение. So he wouldn't allow them to do it. И таким образом Бхактисиддханта Сарасвати не позволил сделать это. So you have to understand different moods of different devotees. Таким образом, вы должны понимать различные настроения разных преданных. We see Grandfather Bhishma leaving the body, that Lord Krishna personally came to be there before him, for his departure. And so he was such a great soul that he could leave the body at will. И когда дед Бишма оставлял свое тело, сам Господь Кришна пришел в это место, чтобы побыть с ним до того, как он покинет свое тело. И мы видим, что это очень великая душа, поскольку он может оставить свое тело по своему желанию. So don't think that Grandfather Bhishma was just imitating or that and in any way he was a karma yogi. No, he was a great devotee. И не думайте, что Бишма Дева как-то имитировал или играл роль карма йоги. Нет, он был великим преданным. And he revealed his actual nature at the end of his life. И он проявил свою истинную природу в конце своей жизни. The end of the life, that's like the final exam. That's the most important time. И конец жизни – это самый важный экзамен. Это очень важное время. Okay. Можно еще уточняющий вопрос? Да. Кришна, спасибо за ответ. Ну вот можно тут еще так увидеть, что он давал нам такой пример, которому не надо было следовать в течение жизни. Можете перевести поэтапно? As I understand correctly, that Bhishma Deva gave us an example that we shouldn't follow during our life. What example? What are you talking? Tell me clearly, what are you talking about? What example did he give that we shouldn't follow? Махарадж просит, вот приведите, пожалуйста, какой-то конкретный пример, что он говорил, чему не должны следовать, чему должны следовать. Потому что он был привязан к разного рода клятвам, что вот я буду служить трону и все, независимо, кто там сидит. То есть для него был важен первым долгом долг, а не сколько, например, качество человека, ну так, например. Because he was attached to the throne and it didn't matter for him who is on the throne. He just served he served for the throne. No. That's not true. Нет, это не так. Yeah, there was some family affairs there. Tatyana, are you there? Yeah. Yeah, okay. Can you hear me? So that there were some family affairs, there were some family problems. Bhishma was involved with the family politics, the Kaurava and the Pandavas, their conflicts. And because he was staying in the palace, you know, he got involved just because he was residing in the palace. Бхишма был просто вовлечен во все эти семейные проблемы, политические какие-то неурядицы между пандавами и кауравами, и поскольку он жил во дворце, то, несомненно, он принимал во всем этом участие.
So he was always sympathetic to the Pandavas, and he cared a lot about the Pandavas, but somehow he ended up at the time of the battle, he's fighting against the Pandavas. И он всегда симпатизировал Пандавам и заботился о них, но так или иначе, оказавшись на битве, на поле битвы Курукшетра, он стоял в рядах противников Пандавов. But it's the nature of the Kshatriyas, they didn't worry about which side they were on. They were just fighting, it's a matter of duty. И на самом деле это просто природа кшатриев, для них не важно на чьей стороне они сражаются, они просто выполняют свой долг. It wasn't like he had more favor for the Kauravas than he had for the Pandavas. Это не значит, что он больше благоволил Кауравам, чем Пандавам. He was always concerned for the welfare of the Pandavas and for the he felt very bad about the suffering which they had gone through. И он всегда очень переживал о благополучии Пандавов и очень расстраивался, когда у них случались различные сложности. Of course, he has some kind of duty because he's born in that family, so he's concerned to see the throne maintained. That you know, previously Vichitravirya was the king. And it was Bhishma, it was grandfather Bhishma who went and who brought the wives. He brought the Ambika, Ambalika, and Ambalata. He brought the three sisters there to be the wives of Vichitravirya. И на самом деле это был лишь долг Бишмы, поскольку он родился в этой семье, и он должен был поддерживать трон. И до этого он посадил на трон Вичитравирью и сам привез ему жен Амбику, Амбалику и Амбу. Of course, it was Vichitravirya who passed away without issue, and so then they brought Vyasadev to produce children and the wives of Vichitravirya. И затем Вичитравирья оставил свое тело, и затем Бишмадева привел Вьясадеву, чтобы тот зачал детей в лонах жен Вичитравири. And so Bhishmadev was involved in the family affairs. He was not irresponsible. Таким образом, Бишмадева был вовлечен во все эти семейные ситуации, нес за них ответственность. He was the oldest son of Maharaj Santanu. Он старший сын Махараджа Шантану. He should have become the king, but he vowed he wouldn't marry. He vowed he'd stay brahmachari, so he couldn't become the king. И он должен был стать царем, но он дал обет, что он останется брахмачари, и таким образом он не мог стать правителем. So I don't think he was attached to the throne, but he had some duties. He understood some family responsibilities. Я не думаю поэтому, что он был привязан как-то к трону, но он имел ответственность какие-то семейные, обязанности. When you live with the family, you cannot neglect the family. You have to recognize their needs and take care of them. Когда вы живете с семьей, вы не можете как-то ее не думать о ней и не вовлекаться в какие-то семейные вещи, вы всегда выполняете свои обязанности в семье. Okay. Vrajarani, is it clear? Матаджи Vrajarani, разъяснилось? Спасибо большое, но еще не до конца. Я помедитировала, Хари Кришна. Thank you, just not at all, I just meditated on it. Okay. Next question? Yeah. Адридхаран Прабху, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Вопрос, уместно ли задавать вопрос о здоровье членам семьи и родственникам, если забота об их здоровье – наша обязанность? Мать, отец, жена, муж, и особенно если мы живем отдельно от них, и узнать об их здоровье можем только спросив об этом.
Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. My question is regarding lecture in Nectar of Devotion today. You mentioned about question about health. It's a just mundane question. My question, is it appropriate to ask a question about health to family members and relatives? If taking care about their health is our responsibility. For example, mother, father, wife, or husband, and if we live separately from them, and their health we may know only by asking about it. Yeah, of course, it's a very different situation, but how you relate to your family members and how you relate to your spiritual master. Конечно же, это очень разные ситуации, то, как вы связаны с вашей семьей и как вы связаны с вашим духовным учителем. So nothing wrong to ask your family how their health is. That's nice. They will appreciate, because they're on the bodily platform, but the spiritual master is not on the bodily platform. He doesn't like to be brought to the bodily platform. В этом нет ничего плохого задавать такие вопросы членам своей семьи. Они даже будут очень рады, поскольку они находятся на материальной платформе, на материальном уровне. Но это не тот вопрос, который следует задавать духовному учителю, потому что он не хочет, чтобы его на этот на уровень тела его упускали. And certainly doesn't want to discuss his bodily issues in the presence of all the devotees. It's not appropriate. По крайней мере, духовные учителя не любят, когда обсуждают состояние их здоровья прилюдно. Это неправильно. Okay. Yes. Another question. Another question from the chat. Hare Krishna, Guru Maharaj, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Сейчас нас просят возносить молитвы Господу Нарисимхадеву и читать дополнительные круги со здоровья преданных, заболевших ковидом. В каком у нас умонастроении это следует делать, чтобы не привязываться к телесной платформе? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. We are now being asked to offer prayers to Lord Nrisimhadev and recite additional rounds for the health of devotees who have fallen in ill with COVID. In what frame of mind should this be done so as not to become attached to the bodily conception, to the bodily platform? Thank you. Yes. Well, when Srila Prabhupada was sick, Srila Prabhupada gave us a prayer. It was, Dear Lord Krishna, if you so desire, please save Srila Prabhupada. И когда Шрила Прабхупада болел, он дал нам такую молитву, которая звучит так. Дорогой Господь Кришна, если ты желаешь, пожалуйста, сохрани Шрилу Прабхупаду. Спасибо. So we can offer our prayers in that mood, that Krishna, according to your desire, if you desire to take this devotee away, you want to take him some other place for devotional service, then of course we have no objection. То есть мы должны совершать эти молитвы в таком настроении, что Господь Кришна, пусть будет так, как ты захочешь, если ты хочешь забрать этого преданного, чтобы он совершал свое преданное служение где-либо в другом месте, то пусть так и будет. But if you can allow him to stay longer with us, we have a lot of service for him here with us. Но если ты позволишь, пусть он останется здесь, рядом с нами, у него еще здесь так много служения. That he's important to us and we value his association. Он очень важен для нас, и мы очень ценим его общение. So if you can allow him to stay with us for some longer time, it will be very nice. Поэтому будет очень хорошо, если ты позволишь ему остаться рядом с нами еще какое-то время. Okay, next question. Next question from the chat. Лена Миронова, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Благодарю, Татьяна. Харе Кришна. Дорогие преданные, секундочку. Харе Кришна, Ваше Святейство, Вигна Винаша Нарасимха Махарадж.
Примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой вопрос. На первый взгляд, довольно просто для понимания, что нам нужно поклоняться чистому преданному духовному учителю. Но как практически это сделать, особенно начинающим преданным? Вот что нужно делать, какие практические шаги предпринять, чтобы вообще выйти на, вот, на такой путь, чтобы встретить духовного учителя и служить духовному учителю? Спасибо. Hare Krishna, dear devotees and Your Holiness, please accept my humble obeisances. At first glance, it's quite easy to understand that we need to worship a pure devotee, a spiritual master. But how do we practically do this, especially for just a neophyte devotee, for new devotee? What should I do? What practical steps should I take to meet a spiritual master and serve a spiritual master? Thank you. We worship the spiritual master by hearing carefully the words of the spiritual master and by putting relevant questions before him. И служение духовному учителю это значит задавать ему правильные вопросы. Слушать духовного учителя, задавать ему правильные вопросы. You can also worship the spiritual master by offering some service to him. Вы также можете служить духовному учителю, предлагая ему какое-то служение. You may bring a flower and offer it to him. Вы можете, например, принести цветы и предложить ему. You may offer him a seat, a place for him to sit. Вы также можете предложить ему место для сидения. You may arrange a program for him so that he can speak on Krishna consciousness. Вы можете организовывать для него какие-то программы, чтобы он мог говорить на тему сознания Кришны. This is all like worshiping the spiritual master. Это все подобно поклонению духовному учителю. What else did she want to know? How to approach the spiritual? How to meet spiritual master? Yeah. How to meet the spiritual master? Yeah. You mean, does she have a spiritual master, or she wants to get a? She's looking for a spiritual master. Вы имеете в виду, есть ли у вас духовный учитель, либо вы ищете духовного учителя? Я ищу духовного учителя, и там, где я живу, духовных учителей нет, да, вот в этом месте. Вот как-то, я не знаю, может, медитировать на это должна, и вот какие мои действия? I'm looking for spiritual master, and here where I live, there's not any spiritual masters here, so what should I do? Maybe I should meditate or do something else? Well, you have to hear. You have to get association from devotees, and you have to be guided by them, and you have to hear from different senior spiritual teachers, you have to listen to their lectures, and you have to take some inspiration from them. Вы должны общаться с преданными, со старшими преданными, чтобы они как-то направляли вас, а также слушать лекции различных духовных учителей, и дабы получать от них вдохновение. The process of finding out a spiritual master comes by hearing. You have to hear from different people, and you have to find out the person who is able to affect you, who is able to penetrate into your heart and to bring out some Krishna consciousness in you. И процесс поиска духовного учителя заключается в том, что вы слушаете различных учителей и находите того, кто оказывает на вас воздействие, чьи слова проникают вам в сердце и доносят до вас сознание Кришны. You should feel that this person can help me, he can change me, he can end my material life and bring me to spiritual life. Вы должны чувствовать, что вот этот человек сможет помочь мне, он сможет изменить меня, он сможет изменить мою материальную жизнь и привести меня к жизни духовной. So by the mercy of Krishna, you will get a spiritual master. И таким образом, по милости Кришны, вы получите духовного учителя.
And by the mercy of the spiritual master, you will get Krishna. А по милости духовного учителя вы получите Кришну. So you have to have the desire to want to get the spiritual master. Таким образом, у вас должно быть желание обрести духовного учителя. And he may not be directly, he may not be physically present, he may not be in your town, in your place where you're living, but you may be able to connect to him through other means. И не обязательно, что он должен как-то жить в вашем городе или где-то рядом. Вы можете просто иметь, вы должны иметь возможность просто связываться с ним какими-то другими средствами. Or you may have to go. You may have to go to visit other cities where there are more devotees, where there are spiritual masters. Либо вы можете поехать в какой-то другой город, в другие города, где больше преданных и где живут духовные учителя. If you want something, you have to go and get it. You have to go and look for it. Если вы хотите чего-то, то вы должны пойти и найти это. Вы должны пойти и это взять. Spiritual master is not going to come just to look for you. Духовный учитель не будет идти искать вас. You have to look yourself to find the spiritual master. Вы должны идти искать его сами. Okay, next question. Next question from the chat. Hare Krishna, Ваша милость, что может мотивировать жить человека, которого идея преданного служения не сильно вдохновляет, а попытки обрести счастье в миру не приносят удовлетворения? Hare Krishna, Your Holiness, what can motivate a person to live if the idea of devotional service is not very inspiring for him and the attempts to find happiness in the world are not satisfying? Yes. There's no happiness. Only two people are happy in this world. One is the fool and one is the pure devotee. Да, в этом материальном мире нету счастья, только два типа людей здесь счастливы, дураки и чистые преданные. So material life has not made you happy. You've tried, you've had many attempts to enjoy the material world, and you're not getting any pleasure. Да, материальная жизнь не приносит вам удовольствия. Вы уже совершали так много попыток в этом, но так и не получили каких-либо материальных наслаждений. And you say spiritual life also doesn't give you any real pleasure. И вы говорите, что духовная жизнь также не приносит вам какого-либо истинного наслаждения. That is because you're not yet, you haven't advanced much in devotional service, so you cannot taste the real nectar of devotional service. Это потому, что вы не слишком продвинуты в преданном служении, и у вас нет истинного вкуса в служении. But if you don't live, if you think that dying is the answer to your problem, then dying means you have to take another birth. You will take another birth in the material world, and you don't know what kind of body you're going to take. Если вы думаете, что смерть это решение всех проблем, то это не так. Если вы умрете, то вы примете рождение в другом теле, и, то есть будет снова рождение и смерть, но мы не знаем, в каком мы теле родимся. And if you commit suicide, if you kill yourself, then it's worse. You'll get a hellish body. You may become a ghost. И если вы, например, совершите самоубийство, суицид, то это еще хуже, потому что вы можете стать привидением. And as a ghost, you will suffer a lot because you don't have a gross body to enjoy your senses. И в теле привидения жить еще хуже, поскольку у вас не будет грубого тела, чтобы наслаждать свои чувства. So Prabhupada explained, you have to make the best of a bad bargain. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны извлечь лучшее из невыгодной сделки. No, you know, a bad bargain. Sometimes you go to shopping and you purchase something and it's not really very good. You thought it was better, but you got it and it's not very good. But still, you have to use it.
Например, когда вы идете на рынок и покупаете что-то, и потом обнаружите, что эта вещь, ну, не очень хороша, не должного качества, но тем не менее вы уже должны ее как-то ей пользоваться. So the same way we have this material body. You're not getting any pleasure from it. You have to use it. You have to try to make the best of it. Try to do something with it. И таким же образом мы имеем наше материальное тело, и мы понимаем, что это не совсем хорошая сделка, но тем не менее мы должны пытаться извлечь из нее все самое лучшее. Because we're not the body, we're souls. We're all eternal souls. The soul is eternal. Soul's not going to die. You give up one body, you'll just take another body. И мы не тела, мы вечные души, и если мы оставляем одно тело, то мы получаем следующее тело. So душа вечна. So better try to make some use of this body, try to use it and to do some devotional service. Поэтому лучше использовать это тело наилучшим образом и пытаться заниматься преданным служением. And that will help you to get a better body in the next life. И это поможет вам получить лучшее тело в следующей жизни. You don't have a very good body this life, you're not enjoying, you're not getting much sense gratification. It's because you were sinful in the past. И вы не можете наслаждаться этой жизнью, не можете как-то наслаждать свои чувства, поскольку вы совершали греховные поступки в прошлой жизни. But if you do some devotional service in this life, it will help you to have a better life in this life, and the next life also will be better. Но если вы совершаете преданное служение в этой жизни, то это поможет вам улучшить свою жизнь уже сейчас, уже в этом воплощении, а также сделать свою будущую жизнь лучше. Go ahead. Следующую жизнь лучше. Next question. Next question from the chat. Прабу, вы вслух зададите или мне прочитать? Хари Кришна, вот Матхурнат Прабу. Могу задать, слышно нормально? Да, хорошо. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шили Прабхупаде. Пожалуйста, проясните такой момент, когда получается хорошо послужить Кришне и преданным, по милости духовного учителя, и преданный это чувствует, то потом какое предпочтительно иметь умонастроение? Первое – это постараться не вспоминать об этом удачном служении, чтобы не возгордиться, и просто искать возможность для нового служения. Или второй вариант – вспоминать об этом удачном служении, радоваться, чтобы вдохновляться и стараться повторить такое удачное служение. Hare Krishna, dear Maharaj and dear devotees, dear Vaishnavas, please accept my humble obeisances, so glorious to Srila Prabhupada. Please clarify this point. When one is able to serve Krishna and to serve the devotees very well by the grace of the spiritual master, and the devotee feels this, then what is the best attitude he should have? Try not to think about this successful service, so as not to be proud and just look for an opportunity for new service, or remember this successful service and be happy to be inspired and try to repeat such a successful service. Well, whatever successful service we can do is by the grace of the spiritual master. Какое бы успешное служение мы ни совершали, все это приходит по милости духовного учителя. A devotee doesn't think himself to be the doer, he doesn't consider himself the performer of activities. He thinks whatever good service I could do was simply the mercy of my spiritual master. И преданный не думает о себе, о том, как кто совершил это служение, он думает, что все это благодаря, что все это милость духовного учителя. Without the mercy of the spiritual master, I cannot do anything. Без милости духовного учителя я не могу сделать ничего. Yeah. Okay. Any more question? Есть ли еще вопросы? One more question in the chat. Елена Дмитриевна Матович.
Можно, да. Как сохранить правильное настроение по отношению к родственникам, например, маме, которая сильно болеет и уже имеет мысли об уходе? Я пыталась ей сказать про душу, но она не принимает такое знание. Я не знаю, как общаться, что говорить. То есть ей нужна любовь, сострадание, а я пытаюсь сказать о теле, о душе, поскольку мое сердце еще жесткое. Помогите, пожалуйста, как лучше себя вести в такой ситуации? Спасибо. How to maintain the right mood in relation to relatives. For example, a mother who is very ill and already has thoughts about leaving her body. I tried to tell her about the soul, but she doesn't accept such knowledge. And I don't know how to communicate with her what to say. So she needs love, compassion, and I'm trying to say about the body and the soul because my heart is still hurt. Please help me how I can do my best and how I can my what should I do in such a situation the best way. Yes, very difficult situation. It's maybe a bit late to try to ask your mother to understand the difference about the body and the soul. But you can always try to chant the holy name. Да, очень сложная ситуация. Боюсь, слишком поздно уже говорить о разнице между душой и телом. Но можно повторять святое имя. Но стоит повторять святое имя. I don't know if your mother has any faith, if she believes in any religion or not. Я не знаю, есть ли у вашей мамы вера, то есть следует ли она какой-то религии или нет. But anyway, I mean, if you can somehow let her hear the holy name, if you're able to chant the holy name, let her hear the sound of the Lord's name. Ну, я думаю, что будет хорошо, если так или иначе вы дадите ей возможность услышать святое имя Господа, звуки святого имени. It's unfortunate that people, not many people, have the opportunity to get spiritual education, and then it becomes very painful at the time of death because they have so much attachment to the material world. К сожалению, не все люди имеют духовное образование, и для них очень болезненно оставляет тело, поскольку у них есть привязанность к этому материальному миру. So encourage your mother and try to keep a nice relationship with her and try not to disturb her too much or agitate her too much by speaking spiritual philosophy. И просто поддерживайте свою мать и поддерживайте с ней хорошие отношения и старайтесь не как-то не беспокоить ее и не будоражить ее ум какой-то философией. The fact that she has a daughter who believes in Krishna and who's chanting the holy name and who understands the body and the soul is for the great benefit of your mother. На самом деле то, что у вашей мамы есть такая дочь, которая занимается преданным служением и повторяет святое имя, для нее это великое благо. So you can try to I don't know, it's difficult, I don't know how much your mother would be willing to cooperate, but if somehow you're able to chant the holy name, let her hear the holy name, then that's for her eternal benefit. И достаточно сложная ситуация, я не знаю, насколько ваша матушка согласится со мной как-то сотрудничать, да, но так или иначе попробуйте дать ей святое имя, дайте ей услышать святое имя ради ее же блага. Certainly always difficult in these situations. We appreciate how difficult it must be for you. Да, в этих ситуациях обычно очень сложно, и я понимаю, насколько вам сейчас должно быть непросто. You can simply offer prayers to Krishna
through the super soul, you can offer prayers to the Lord on behalf of your mother. И через сферу души вы можете предлагать свои молитвы от имени вашей матери. And if you pray to Krishna on her behalf, then certainly that will be for her benefit. И, несомненно, если вы будете молиться Кришне от ее имени, то, несомненно, все благо она получит. Because you're the representative of your mother. You're her child, so certainly you represent her. And if you approach the Lord with prayers, then certainly it will be for her benefit. И поскольку вы ребенок, вы дитя своей матери, то, несомненно, вы являетесь ее представителем. И таким образом, когда вы молитесь Господу о ней, это, несомненно, даст ей благо. So try to, you want to keep a nice relationship with your mother, that she should have love for you, she shouldn't hate you, and she shouldn't despise you for being a devotee of Krishna. Просто пытайтесь поддерживать со своей матерью хорошие отношения, чтобы она испытывала в своем сердце любовь к вам, чтобы она не испытывала каких-то неприязней к тому, что вы являетесь преданной Кришне. Окей. So. Спасибо. Thank you very much. Hare Krishna. Any other question, Tatiana? Есть ли еще какие-то вопросы? Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, дорогой Махарадж. Сейчас слава Прабхупаде. Можно еще вот один вопросик задать? Да, пожалуйста. Ну, если советы, я говорю, Владивосток. Уточнение вот к вопросу Раджарани Матаджи по поводу Бхишмы. Вот правильно ли я понимаю вот один такой важный момент? Как-то я вот пыталась себе ответить на этот вопрос, и я хочу, чтобы Гуру Махарадж как бы проверил, правильно это, и сделал правильный ответ. Значит, вот поступок Кришнамадевы, как раз, кажется аморальным. Когда пытались как бы оскорбить Драупаде на собрании, вот, он как кшатрий, как старший, не заступился. Ну вот мне пришло такой ответ, как вот я, вот такое понимание, что это был план Кришны, чтобы сам он как бы помог этой преданной своей чистой. Вот. И через как бы Кришна использует своих преданных как инструменты. Вот. И то, что не вступил в защиту Бхишмадев, то это значит, что просто должна быть какая-то внешняя причина. Он не заступился за женщину, ну как вот защита кшатрии, это защита женщин, стариков и детей, чтобы была причина как бы войны на Курукшетре. Вот и как бы внешняя такая причина, потому что там говорилось в описании, что вот волосы Драупады, что вот они были как бы, ну оскорбление вот это было распущенное. Вот. It's just a question about Bhishmadev. Again, am I understand correctly, Guru Maharaj, please just correct me if I'm wrong. When it was a situation when on this when Kauravas tried to dress off Draupadi, just take off her sari, and Bhishmadev, he didn't stand up for her. He didn't help her. And am I understand correctly that it was a plan of Krishna because Draupadi is, she was like a reason to begin a war. That's why Bhishmadev didn't say nothing. So because of that, he just do something wrong. Just he doesn't help her.
Am I understanding is correct? Yeah. Да, верно. I've heard, I don't know, I haven't seen it in the text, but I heard from one person one day told me, he said that one reason why Bhishma Dev didn't do anything was because he'd eaten some contaminated food. And the contaminated food had influenced his consciousness so that he didn't take action to defend Draupadi. И я слышал такое мнение, кто-то говорил мне, поскольку Бишмадева ел, скажем так, грязную пищу, и это осквернило его сознание, и поэтому он не заступился за Драупади. So, some reasons were behind it, why Bhishma Dev, he didn't do anything, why he didn't come to help Draupadi, why he didn't stop them from disrobing her. Anyway, that was why he had to die. That was why Lord Krishna gathered them there in the battle of Kurukshetra, and why Bhishma Dev had to die. И причиной тому, почему Бишмадева не помог Драупади, почему не остановил их всех в тот момент, когда они пытались ее раздеть, это было на самом деле сделано ради того, чтобы появилась причина, ради того, чтобы все они собрались на поле битвы Курукшетра, это была причина смерти Бишмадева. Lord Krishna does not like to see his devotee insulted like that. So, even you're a devotee like Bhishma Dev, still you get some reaction if you don't defend the devotee. И Кришна не любит, когда его преданных оскорбляют, даже если вы такой преданный, как Бишма Дева, тем не менее это не освобождает вас от реакции. Okay. Thank you very much, Hare Krishna. All right. Можно еще вопрос? Харе Кришна. А, one more question, Гуру Махарадж. All right. Да, хорошо. Ой, спасибо. Спасибо, Ваша милость. Махарадж, примите мои поклоны. У меня вопрос тоже вот про обязанности. Если у меня обязанности жены, я еще готовлю пищу, ну, мужу мясо. Делегировать их не могу, пока у меня сын несовершеннолетний, и муж инвалид, он сам не может готовить. Вот как в такой ситуации получить пранама мантру духовному учителю? То есть пока не очищусь, карма еще такая тяжелая. Или как-то вот возможно, то есть предаваться в такой ситуации Кришне, Прабхупаде? Спасибо. Hare Krishna, Your Holiness and dear devotees, as accept my humble business, is, the question is, I have the duty of a wife, I have a husband and a little child, and I used to cook meat for my husband, because he cannot cook for himself, he is an invalid, and so I should do this. Do I have an opportunity to get pranama mantra from a spiritual master, or what I should do in such a case? Well, you have to inquire from the devotees there, and they will guide you what's the proper thing to do. No, вы должны попросить помощи у тех преданных, которые есть у вас там на месте, они должны как-то подсказать, как лучше быть в этой ситуации. Regarding the spiritual master, it will depend on the spiritual master. The spiritual master may be sympathetic to your situation, and he may agree to accept you. И все в данной ситуации зависит от ответа духовного учителя. Например, он может проникнуться в вашей ситуации и согласиться дать вам пранаму мантру. One thing is though that your husband
may be invalid, he may not be able to cook, but why not make him a vegetarian? If you could cook nice vegetarian food, then he could be happy with vegetarian food. И, но один момент такой, что если даже ваш муж не может готовить себе еду самостоятельно, то почему его обязательно нужно кормить мясом? То есть если вы хорошо готовите, можете замечательно готовить какую-то вегетарианскую пищу, то он будет вполне счастлив этим. People don't need to eat meat. They're not going to die just because they don't eat meat. They can be very healthy if you cook nice vegetarian food. То есть люди, они не должны есть мясо, и они не умрут из-за того, что они перестанут его есть. И если вы будете готовить вкусную вегетарианскую пищу, то все будут просто счастливы. So the problem is more with you, that you don't cook nicely enough to attract them to be a vegetarian. И на самом деле проблема в вас, то есть вы недостаточно вкусно готовите, чтобы привлечь их вегетарианской пищей. So you should try to learn to cook better and attract your husband and your son, that they will also be vegetarian. И вам следует научиться лучше готовить, чтобы та пища, которую вы готовите, вегетарианская пища, привлекала ваших мужа и сына. Okay. Hare Krishna. Спасибо. Thank you very much. Okay. Thank you, Tayana. Спасибо всем, дорогие преданные. Thank all the devotees for listening and participating, for your questions. Have a good спасибо. Week. Спасибо за вопросы, за участие. We hope we'll see you all next week. Hare Krishna. Надеюсь увидеться с вами на следующей неделе. Хари Кришна. Шрила Прабхупад ки. Чай. Чай. Go back to Вриндаки. Чай.